Итак, прежде чем мы увидим финальную концовку, как авторы игры говорят, истинную концовку, я хотел бы сделать небольшое вступление. Для тех, кто не может пройти вот этот бой в титрах, где нужно убивать вот эти вот названия компаний, имена людей и так далее, на самом деле это просто вообще что-то невероятное, потому что, ну, если ты, предположим, играешь в офлайн режиме или играешь без подключения к сети, или там какой-то баг у разработчиков, что сервера не работают, не знаю. То есть у тебя нет возможности подключиться к сети, это значит, что ты не можешь активировать суперспособность для того, чтобы пройти это. Вот, то есть экран просто усыпан шариками, то есть это нереально пройти. То есть ты умираешь, он выдает сообщение, запустить типа помощь сети там или что-то такое. Если ты выбираешь «да», он дает тебе супероружие, и ты просто сносишь вообще все. Если у тебя нет возможности к сети подключиться, ты будешь вынужден страдать. Я потратил на это, ну, я вот честно сейчас не совру, более часа, возможно, даже часа полтора. И я не мог пройти, я прям уже думал, все, бросаю нахрен, не знаю, там, может, у кого-то с Ютуба свору или еще что-то. В общем, подводя к тому, как пройти вот это безумие, первое, это либо... собственно, попытаться все-таки подключиться к сети, да, то есть запускать не в офлайн режиме, там предварительно через настройки это все подготовить, да, либо самый оптимальный вариант, то есть он работает для тех, у кого нет возможности подключиться к сети, и для тех, кто играет на пиратке. Это скачать любой из тренеров, в котором есть опция God Mod for E-Ending, ну то есть E-Ending для концовки E, то есть для того, чтобы не умирать в титрах. То есть вы сейчас можете увидеть, как я это делаю, потому что, ну, после полутора часа и невозможности подключиться к сети, я реально отчаялся. То есть видите, просто вот это нереальный садом происходит, от этого нереально уклониться. Нет, нет, я потратил полтора часа безудержных попыток. Я сделал километровую запись просто, и она уже почти была, ну с учетом того, вот, что мы наиграли в сюжете, она была почти 3 часа. И я как бы выпилил часть сколько можно. Вот. И поэтому рекомендую просто вот, у кого нет возможности, скачайте тренера. Это в 1000 раз быстрее будет. Это непроходимо. Это, то есть, я не знаю, нужно быть корейцем, японцем, там, не знаю, или всем одновременно. Там кто хорошо играет подобного рода вот игры. Я не помню, как вот этот жанр называется. Вот, только так, только так. Но. Вот это просто скотство со стороны разработчиков сделать вот такое, я не знаю, это, ну, может, они так пиратов хотели наказать или принудить к тому, что должно обязательно быть подключение по сети, я не знаю, для меня это просто дикость абсолютная, вот, ну, столько потратить времени, столько потратить нервов, это просто жесть, для тех, кто... предположим, у него не подходит версия тренера. Скачать чужие сохранения не получится. Почему? Ну, там двоякая ситуация. Опять же, я гуглил. Потому что, когда вы получите концовку Е, ваш слот сохранения удалится. Я находил сообщение на форуме, что кто-то писал, что вот этот выбор главы, он оставался даже после того, как... как бы это объяснить? Даже после того, как они завершили игру, и они могли просто посмотреть концовку. Я не знаю, правда ли это, но похоже на то, что нет. Типа, скорее всего, это неправда. Вот. Соответственно. То есть, если у вас не получается сохранение, скачать только тренер. Только тренер, по-другому никак. Я вот не знаю, сколько вот этот сырбор будет продолжаться. Ну, как видите, я бессмертен, потому что я бы не прошел это. Это просто реально сатана какая-то полная. Как это пройти, это для меня абсолютная загадка. Как долго эти титры будут идти, я тоже не знаю. Поэтому, либо можете скачать сохранение. Если игра его нормально прочитает, вы можете просто посмотреть концовку без вот этих изъебов. Но опять же, никто не отменяет просто посмотреть ее на Ютубе, да, соответственно. Ну, возможно, там, конечно, для ачивок в Стиме кому-то надо или еще что-то, да. Ну, так далее. То есть там может быть множество причин, поэтому я называю множество разных вариантов, которые вам могли бы помочь в этом, да, соответственно. Вот. Какой вы выберете, уже решайте, пожалуйста, сами. Я лишь предложил, как можно выкрутиться из этого вот безумия, которое вот сейчас происходит на моем экране. О, Special Thanks начинается, неужели? Я думаю, что вот-вот мы закончим.
Господи, вот просто дай здоровье и счастье этому человеку, вот кто вот придумал этот тренер, который я скачал. Потому что сохранение у меня не в петле. Я хотел сначала просто запустить сохранение и все, и просто записать концовку и склеить серии, но нет, я вот, можете назвать меня говноедом, ламером, там, ну, к сожалению, вот, я не способен пройти вот это, вот, вот то, что сейчас происходит, я не способен. Я не знаю, вот, просто, что, что нужно для того, чтобы это пройти, вот, кем должен быть бог, или, как сказал, китаец, кореец, ну, прошу прощения, конечно, за российский юмор, но эти люди реально хорошо играют в компьютерные игры, мне кажется. Ну, это, знаете, как негры с рождения, типа, умеют играть на саксофоне и читать рэп, ну, вот, я вот так же, то есть я злого умысла в этой шутке не держу, я просто потому что я не знаю, как это можно пройти реально. Посмотрите на это, весь экран просто усыпан ебаными шариками. Я в одно имя стреляю, просто я не знаю сколько. Да ладно, это закончилось, невероятно. Мы сейчас увидим истинную концовку. Так, приготовились. У меня уж горло. Всему живому предначертан конец. Они навечно заперты в бесконечном цикле жизни и смерти. Однако жизнь — это борьба внутри этого цикла. Это то, во что мы верим. Бот 153, боту 042. Ты как? Я в растерянности. Почему это? Я бросился в самоубийственную атаку, но все же я здесь, все еще живой. Должно быть, я выгляжу очень глупым. Я не расстраивайся из-за этого. Мы живые все-таки. Да ладно. И быть живым очень похоже на течение постоянного потока препятствий. Эта концепция слишком абстрактна для меня, чтобы понять ее. Я сохраню ее в своем списке, чтобы проанализировать позже. Вопрос, бот 042. Выполнять сохранение восстановленных данных всех их прошлых воспоминаний? Да. И эти восстановленные части того же вида, что и предыдущие? Да. Тогда не приведут ли они нас к тому же выводу, что и прежде? Я не могу отрицать возможность этого. Однако, возможность другого будущего также существует. Будущее не дается тебе. Это что-то, что ты должен создать сам. Я два даже. Да, сохранить. Господи, это было просто что-то. Фух, мы это сделали. Просто кровью и потом. Я даже не знаю. Ох, мы открыли 11 концовок. Ну, то есть, ну, почти половину, можно сказать. Ну, сколько, 26-27, нам 13 надо было открыть. Ну, кроме тупых там всяких, конечно, сдохнуть в определенном месте и так далее. Окей, ладно. Мы, наконец-таки, полностью прошли сюжетную часть Нир Автомата. Все, с игрой покончено. Около 50 серий, если я не ошибаюсь. Там 48, может, или около того, я не вспомню уже. Просто из... Просто уничтоженные вкал нервы на этих сраных титрах. Просто, вашу мать. Вот просто вот, вот только эти титры испортили впечатление об игре. Я только настроился на положительный лад в сторону вообще вот того, что происходит в этом прохождении. И просто полтора часа безумных, бесконечных попыток пройти титры, чтобы увидеть финальную концовку и записать ее для вас. Просто уничтожили вот... Все то малое, доброе, что было к этой игре, просто до основания. Я ее ненавижу вот сейчас вот вплоть до того, точно так же, как я, когда первый раз ее проходил. Как я ненавидел управление, как я не понимал сюжет. Вот, вот просто я, вот, вот,
нахожусь сейчас на том же уровне, я очень зол, я потратил много времени, я потратил много нервов и... просто пиздец. Но, как бы то ни было, всем спасибо, кто смотрел, кто общался со мной в комментариях, кто всячески поддерживал меня. И вообще вот всем, кто ставил лайки, даже не знаю, кого еще поблагодарить, просто я настолько счастлив, что это закончилось, что уже просто не могу в это поверить. Поэтому всем пока и увидимся в прохождениях следующих игр. Всем удачи. Хо-хо, наконец-то.